Леонид Павлович. Так, здравствуйте. 4 часа. Где вы ходите? Я вас давно уже жду. Извините, пожалуйста, я опоздала. Я была в пробке. Так, это мне неинтересно. Так, что у нас? Садитесь. Спасибо. Статья. Хорошо. Где она? Я должна была написать статью. Вот она. Что это? Статья в компьютере. Вы мне даете компьютер или статью? Извините, у меня нет дома принтера, я не могла напечатать. Надя, это ваша проблема. Пожалуйста, печатайте статью и приносите. Что еще у нас? Я должна была написать тезисы на конференцию. Mm-hmm. Хорошо, на осень, да? Да. Ленинград, mm-hmm. Петербург. Mm-hmm. Mm-hmm. Я не написала. Вы думаете, вас там ждут? Напишите, пожалуйста, тезисы. Я должен позвонить туда на кафедру, сказать, чтобы тезисы ваши приняли. Надо оформить это все. Пожалуйста, сделайте. Хорошо. Что еще? И отдел аспирантуры. Я должна была сходить в отдел аспирантуры. Да, да, пожалуйста. У вас кончается 2-й год аспирантуры, вы должны написать отчет. Я должен его прочитать, я должен его подписать, и вы должны отдать. Иначе у вас и у меня тоже будет. Пожалуйста. Я поняла, Владимир. Пожалуйста, пойдите в аспирантуру. Mm-hmm. Хорошо. И когда мы сможем в следующий раз встретиться? Уф, я еду на конференцию в Новгород, потом у меня ученый совет, потом я пишу рецензию. Давайте через неделю. Ага, хорошо, Владимир Павлович. Мне вам позвонить? Да, позвоните мне через неделю, пожалуйста. И когда именно? В понедельник? Ой, я не могу сказать. Вечером, днем. Так, пожалуйста, не в 7 утра и не в 11 ночи. Ага. Через неделю позвоните. Я поняла, Владимир Павлович. Хорошо, все, да? До свидания. Спасибо, не опаздывайте. Я постараюсь.